конечно. Это такая чушь вообще, то, что этим занимаются. Мне вообще странно, что не убрали. Почему тогда памятник Дзержинскому сломали? Честно говоря, а этого оставили, товарищ. В это вкладывается намного больше деньги, чем памятник Дзержинскому. Он денег в себя не втягивал. Он, так сказать, не нужно было на его содержание никаких средств, кроме как помыть его из этого, из шланга. Понимаете? А тут нужны, наверное, все-таки средства серьезные, да? Вот, конечно, это совершенно не нужно. Надо продать человека земле, и пусть он радуется там. Нет, это, в общем-то... Я не понимаю, почему это до сих пор не сделано. Вот это, вот, вот это здесь как? Здесь что-то не у меня надо спрашивать, почему такое происходит.